Привет! Сегодня я расскажу об отличном, практически натуральном питьевом средстве при начинающейся болезни. Это может быть простуда, боли в горле, красное горло, ангина, что-то еще. В общем, любое состояние, которое вызвано, так сказать, простудой. Конечно же, применяйте 3-4 различных рецепта, применяйте все назначения врача, применяйте медикаментозное лечение, и буквально за 2-3 дня ваша простуда сойдет на нет. А средство такое. Покупаем качественное молоко. Чем оно будет жирнее, тем лучше. Особенно, если у вас начинается кашель и инфекция горла. Идеально подойдет молоко, которое домашнее. Его жирность может быть 4,5, 5 и даже 6%. В крайнем случае подойдет качественное магазинное молоко 3,5%. Подогреваем стакан молока. Далее, второй компонент. Качественный, непастеризованный мед. Идеально его купить где-то у проверенных пасечников. Есть специальные магазины, где продают медовые продукты различные. Вот там продается сырой качественный мед. Взрослому человеку добавляем в наше теплое, хорошо теплое молоко от одной десертной до одной столовой ложки меда. Хорошо все перемешиваем и растворяем. Ну и теперь главный наш компонент, который дополнит силу наших природных компонентов. Это пищевая сода. После того, как мы разбавили в теплом молоке наш мед, необходимо добавить туда пищевую соду. Добавлять нужно от одной щепотки до неполной одной чайной ложки. Если вы здоровый человек, там 90 кг, 100 кг, можно смело добавить одну чайную ложку без горки. Если это женщина, весом от 40 до 60 килограмм или небольшой молодой человек, то можно добавлять одну щепотку соды. Все идеально растворяем, размешиваем и готовим к тому, что мы сейчас будем пить этот целебный продукт. Как правильно это делать, чтобы это было эффективно? Осторожно выпиваем данное молочко с нашими компонентами. И очень важно, после того, как вы выпили молоко, не кушаем и не пьем 30-40 минут. Это очень важно. Такой напиток можно пить от 3 до 5 раз в день. Применяйте и другие рецепты. И будьте здоровы! Следите за обновлением, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.